Всем привет! И сегодня мы будем рассматривать проект под названием BrizCoin. Это интересный проект, который представляет собой пассивный источник дохода для всех инвесторов в недвижимость и блокчейн. На данный момент я перешел на официальный сайт, где мы приступим к более детальному изучению этого проекта. На сайте опубликовано white paper, команда, представлены контакты, и также можно ознакомиться с более детально с тем, что же такое BrizCoin. Просто удерживая токены BrizCoin в заблокированном кошельке, владельцы смогут получать гарантированный ежемесячный бонус за стейкинг. Со временем человек видел рождение, рост, расширение и даже погребение некоторых идей во всех произведениях своей жизни. В мире произошел сдвиг отрасли, так как что называют точкой 1. По нынешнюю эпоху отрасли преобладает применение информационных и коммуникационных технологий. Везде, где могут быть применены несколько различных способов, это возможно для большей пользы для человека. Одной из форм технологий, которая успешно развивалась, является способ ведения бизнеса и технология блокчейн. И давайте рассмотрим, какая же миссия у этого уникального проекта. Команда предлагает получать стейкинг. Стейкинг – это возможность положить свои токены, приобретенные, заблокированный кошелек, и, соответственно, получать комиссию. Владение BrizCoin автоматически дает право на получение гарантированного ежемесячного бонуса за стейкинг. Ставки ставок основаны на количестве купленных заблокированных BrizCoin. Токены при этом разблокированы, что дает владельцам возможность реинвестировать свои средства в дальнейшем. Некоторые примеры использования BrizCoin в реальной жизни. BrizCoin будет основан на средстве обмена во всех концепциях Briz Demart Resort Hotel. Вы сможете покупать и оплачивать товары с помощью BrizCoin. Кроме этого, одну неделю назад был опубликован первый реальный вариант использования. Пользователи смогут купить период таймшера в их проекте карты за BrizCoin. В настоящее время они строят гостиничные комплексы в Орландо и Картепе, а новые города запланированы появятся в Лас-Вегасе и Стамбуле. Монета является цифровой валютой, что делает ее актуальной. Смотрим дальше информацию. Здесь мы видим документацию, такую как white paper. Также white paper переведен на английский язык, каждый сможет его скачать и установить. Ниже мы видим мобильное приложение, которое предназначается для Android и Apple. Уже каждый может перейти в Play Market или в App Store и установить приложение. Здесь на сайте опубликованы его ссылки. Также мы видим дорожную карту. Проект берет свое начало в 2021 году. Завершение площадки. Давайте посмотрим. Планируется на 2022 год, первый квартал. В этот период появится мировая идея использования этой монеты. Также мы видим большие планы на будущее, то, что команда планирует выполнить и внедрить множество различных идей. Распределение токенов 90% предназначено для маркета и 10% зарезервировано для проекта. То есть, как мы видим, команда множество монет предназначила для продажи. Стандарт токена ERC-20, это означает, что он работает на блокчейне Ethereum. Также мы видим, что в команду разработчиков входит 15 человек. Все специалисты являются опытными и отлично разбираются со всеми деталями. На сайте опубликованы контактные данные, поэтому каждый пользователь сможет связаться с командой и обсудить важные вопросы.
Для связи также можно заполнить форму обратной связи, чтобы специалисты связались в ближайшее время. Проект действительно перспективен, и, возможно, он сможет внести коррективы в существующую экосистему. Надеюсь, что этот обзор был полезен и интересен. Ставьте лайки, пишите комментарии. I just wanna be the one you love.